После прохождения любимой игры многим геймерам становится скучно, и они ищут похожие проекты. Поэтому специально для любителей строить, исследовать, собирать и крафтить в необычных двухмерных мирах мы собрали топ игр, максимально похожих на Террарию. Культовую песочницу с пиксельной графикой, процедурной генерацией, обширной системой крафта и другими подобными механиками. Starbound – это одна из лучших на сегодняшний день игра, похожая на Террарию, что неудивительно, поскольку в создании двух проектов принимали участие одни и те же люди. Разработчики вобрали все лучшее из аналогичных продуктов, добавив собственные геймплейные фишки. Путь игрока начинается с обычного выживания, добычи пищи, постройки убежища, обороны от монстров. Но вскоре, твердо встав на ноги, он отправляется покорять различные континенты, миры и вселенные, собирая коллекцию из уникальных предметов. Вместо одной планеты в Starbound игроков ожидает целая вселенная, сгенерированная случайным образом и населенная множеством уникальных цивилизаций, как высокоразвитых и освоивших технологии космических путешествий, так и крайне примитивных, в своем развитии не перешагнувших черту каменного века. С каждой из этих цивилизаций игрок сможет взаимодействовать во время игры. В целом, игра имеет множество интересного контента и более широкие возможности, чем в той же Террария. Крей. Весьма неплохая песочница, во многом похожая на Террария и Starbound, отличительной чертой которой является ролевая система. Здесь можно создать собственного персонажа и развивать его параллельно изучению мира, овладевая новыми навыками и совершенствуя многочисленные таланты. К слову, в игре более 80 характеристик. Причем реализована система прокачки весьма интересным образом. Практически любое действие героя приносит ему что-то новое и полезное. Например, улучшает характеристику или позволяет изучить определенный навык, рецепт или магическое заклинание. Крафт, кстати, также по-своему уникален. Рецепты придется узнавать на специальной доске исследования. В боевой системе также есть выбор стать воином, использующим разнообразное оружие, либо магом, усиливая атаки оружия силами стихий. Все это поможет в битвах с оригинальными противниками и боссами, для каждого из которых придется подбирать свою тактику. Realms of Magic. Это аркадная двухмерная песочница с элементами RPG в духе Террария. Местом действия выступает большой фэнтези-мир, в котором действует магия и проживают различные необычные существа, включая кошмарных тварей из подземелий и огромных боссов. Игрок может заниматься строительством и крафтом, искать сокровища в полных опасностях подземелий или же выполнять доступные квесты. Также к особенностям игры относится обширная система магии, состоящая из множества сильных заклинаний. Стоит попробовать тем, кому Террария уже надоела, сеттинг Starbound не зашел, а Крия еще не зацепила. Aground. Довольно простенькая двухмерная песочница с пиксельной графикой, действие которой разворачивается на некой планете, куда герой вместе с несколькими NPC попадает после кораблекрушения. Главная задача – строительство и постепенное улучшение поселения для выживших. Для этого здесь предусмотрено внушительное количество рецептов для крафта и строительства, возможность собирать ресурсы, рыть шахтерские тоннели и сражаться с врагами. В общем, довольно сильно напоминает Террарию. Но здесь у нас есть выбор – пойти по технологическому пути или выбрать магическую стезю. Технологии подразумевает электричество и нефть. Мы будем строить фабрики, стрелять из дробовика, плавать на субмарине и летать на самолете. Магия же предоставит возможность оседлать дракона и заниматься трансмутациями пойманных существ в вещи. Мир действительно интересно изучать. Никогда не знаешь, под какими камнями внезапно найдешь новый портал, босса или переход в секретную локацию. Planet Century. Игра по типу Террарии, с красивой пиксельной графикой и анимацией, во многом даже превосходящая в этом отношении свою вдохновительницу. Игрок здесь должен исследовать мир, собирать ресурсы и улучшать свое убежище, постепенно превращая его в большое поселение с множеством NPC. В то же время есть и несколько существенных отличий. Возможность создавать собственные заклинания, система пэтов, возможность крафтить различные транспортные средства, система трансформации в различных существ, таких как летающих драконов, гигантских подземных червей и тому подобное.
подобное. Также присутствует обширная система кастомизации персонажа, пэтов, экипировки и даже монстров, позволяющая менять не только внешность, но и характеристики. Еще присутствует множество ремесленных профессий и рецептов для них. Копай или сдохни. Название достаточно точно передает суть геймплея. Суть сюжета можно передать одной фразой. Ты попал на неизвестную планету с агрессивной фауной, поэтому нужно свалить отсюда как можно быстрее. А для этого нужно построить ракету. Звучит просто, но не на деле. Для постройки нового космического корабля необходимо сначала отыскать и собрать нужные ресурсы. Мешать в этом будет множество монстров, затопление шахт, глубокое залегание действительно ценных ресурсов и близкое к реалистичному поведение строительных блоков. Строить башню в воздухе здесь не получится, а слишком высокая развалится под собственным весом. В общем, процесс пребывания на этой планете затянется на неприлично долгий срок, поэтому необходимо позаботиться об убежище, снаряжении, пропитании и оружии. Помимо этого, важное место в геймплее имеет элемент Tower Defense, представленный в виде необходимости защищать свое убежище от регулярно наползающих со всех сторон инопланетных монстров. Craft the World. РПГ с элементами стратегии, напоминающая Terraria, Starbound и Dungeon Keeper, в которой игрокам предстоит создать собственный мир и всячески его развивать. Одна из немногих песочниц, которая может затянуть и не отпускать. Постоянное исследование подземелий, создание огромной запутанной системы тоннелей затягивает в игру с головой. В игре вы управляете гномами, которые любят хорошо поесть и поспать, а больше всего гномы любят драгоценности. Поэтому придется изрядно потрудиться в шахтах, чтобы не только приукрасить свой дом, но и собрать снаряжение для гномов. Графика хороша, приятный интерфейс, управление удобное. Из минусов можно отметить скверный искусственный интеллект, но в целом игра интересная. Присутствуют ивенты, несколько миров и сложностей. Magicide. Приключенческий RPG-рогалик с 8-битной графикой, где игроки будут уничтожать толпы разнообразных противников, крафтить предметы и исследовать красивый пиксельный мир. Отличная игра, похожая на что-то среднее между Spelunky и Terraria, где можно знатно зарубиться в кооперативе на 4 игроков. Игра может затянуть надолго, но только когда хорошо получается. Если же получается не шибко, то будете сливаться буквально на каждом мобе. Science of Life – научно-фантастическая 2D RPG-песочница с процедурно генерируемым контентом. Действие разворачивается в недалеком будущем. Земля стала практически непригодна для жизни, и чтобы выжить, человечество отправилось к звездам. Здесь мы играем за одного из таких космических путешественников, который попал на неизвестную планету, имея с собой лишь многофункциональный лазер и КПК с поддержкой искусственного интеллекта, помогающий получать и анализировать информацию о новом мире. Все остальное необходимо добывать и делать самому, шаг за шагом исследовать просторы и глубины планеты. В целом, игра буквально во всем напоминает Террарию, за исключением фэнтези-сеттинга, да и графика кажется чуть менее приятной. King's Arthur Gold – бесплатный двухмерный экшен-платформер с пиксельной графикой на средневековую тематику с элементами строительства, напоминающей Террарию. Игра изначально ориентировалась на мультиплеер, поэтому играть в одиночку будет не так интересно. В мультиплеере одновременно может играть до 32 игроков. Все участники поединка делятся на две команды и начинают активно собирать ресурсы, возводить крепости, ловушки, строить осадные орудия, а также крафтить для себя оружие и броню. В процессе разворачивается нешуточная борьба за территорию и ресурсы с массовыми битвами и разрушениями сооружений противника. Примечательно, что после разрушения основания постройки блоки обрушатся, чем могут вызвать новые разрушения и смерть игроков, попавших под них. Этим можно пользоваться в бою. В 2020 году ждем финальное бесплатное обновление Террарии 1.4 под заголовком «Конец путешествия». Разработчики обещают масштабные изменения, включая более 800 новых предметов. А также добавят новых противников, новые мини-биомы, новую сложность мастер-мод и, возможно, новых боссов. Также будет и масса других нововведений, вроде возможности играть в гольф. Разработчики официально заявили, что после этого дополнения более не намерены обновлять игру.
А на этом у меня все. Если тема вам понравится и видео соберет не меньше 10 тысяч просмотров, то сделаю продолжение. Так что подписывайтесь, будет еще много интересных топов. А для вас вещал канал Image Game. Всем пока!